Сейчас я покажу, как из любой коробки сделать очень удобное средство для переноски картошки, яблок, банок, рассады на дачу. Ну, всего, что удобно. Значит, берем обычную коробку любую, чтобы немного ее укрепить. Вернее, можно немного ее укрепить. Для этого скотчем. Сверху обмотаем. Скотч очень прочный на разрыв, поэтому верхняя часть не будет рваться. Мы обычно используем для переноски на дачу. Ведра, мешки, какие-то ящики. Мешки носить неудобно, у них нет ручек. Ящики тоже неудобно таскать, надо перед собой на пупке рвать. Ведра тоже занимают немного места. Очень просто сделать такую коробку. Чтобы сделать ручки, я использую обычную ленту упаковочную, ну, такую для упаковки. Значит, делается все очень просто. Края коробки верхние загибаем внутрь для большей прочности. И примерно для ленты прирезаем отверстие. Примерно здесь. Ну, точно так же с противоположной стороны. Одно. Это симметрично второе. Еще отверстия сверху нужны. Так, чуть-чуть наискосок, чтобы ручкой было удобнее пользоваться. Не натягивалось. Делаем второе отверстие. Также с другой стороны. Находим это отверстие. Чуть-чуть наискосочек. Большая точность тут не нужна. Вот такая. Еще два отверстия. Теперь нам надо ставить правильно ленту упаковочную, что получилась ручка. Вставляем ленту. Сюда вставляем. Чтобы она не перекручивалась, где-то здесь будет ручка. Длинных не было, поэтому я предварительно соединил. Вот здесь видно место соединения. Я потом покажу, каким это способом делается.
лента длинная, поэтому лишний мы отрежем. Примерно такая должна быть ручка. Лишний отрезаем. И осталось ее соединить. Соединяется очень просто. Я буду использоваться для простоты паяльником. Ну, можно взять, раскалить гвоздь на плите, либо на сечке. Прожигается отверстие, проплавляется и соединяется. Все. И так для прочности несколько отверстий друг за другом. Проплавили, сжали, зафиксировалось. Остывает пластик очень быстро и фиксируется. Получается прочное соединение. Все. Края, чтобы для прочности, чтобы не царапались, не задирались, можно прихватить изолентой. Лучше прихватить изолентой. Все, а то осталось теперь подровнять ручки. Ну, в принципе, не получилось ровно. Все, вот такая коробка. Очень прочная. Сюда можно пол мешка картошки. Удобно для переноски.